Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне Hyundai AX55 2010 года выпуска с дизельным двигателем трехлитровым, автоматической коробкой передач, пробег на автомобиле 340 тысяч километров. Клиент у нас уже был в техническом центре на предварительной диагностике ходовой части. Ну и предварительно записавшись у нашего мастера-консультанта, сейчас приехал к нам на ремонт. Мы меняли масло в двигателе с масляным фильтром, воздушный, салонный, топливный, который находится в моторном отсеке. Ну и сейчас также выполняем ремонт и ходовой части. По задней подвеске менялись задние тормозные колодочки. Также были заменены опоры заднего редуктора. Они выглядят как сайлентблоки. Мы демонтируем задний редуктор. Будем менять сайлентблоки, которые стоят на кузове. Вот он, один из сайлентблоков оторван с правой стороны, левый передний в таком же состоянии. И, соответственно, была вибрация при наборе скорости. Мы демонтировали редуктор, выпрессовали сайлентблоки старые. Также будем менять муфту карданового вала, на ней тоже есть повреждения, надрывы. Потом установим редуктор на место. С помощью гидравлического домкрата мы запрессовываем сайлентблоки в штатное место. По передней подвеске производился ремонт. Меняли передние тормозные диски с колодками, а также втулки переднего стабилизатора были изношены. Диски менялись по причине того, что было биение на самих дисках. Также была поменена муфта карданового вала. Все расходные материалы, которые были заменены в процессе ремонта, мы предъявим клиенту, чтобы не было сомнений, что мы выполнили их замену. По времени наша работа заняла 15,5 часов, и сумма ремонта составит 25 670 рублей. Мы несем полную материальную ответственность за все свои рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобилей, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. Гарантия на наши работы 24 месяца. Спасибо за внимание, удачи на дороге.